Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как я делаю пружины на убийцу карася. Для этого понадобится шуруповерт, шпилька. На шпильку мы надеваем проволоку. Немного ее накручиваем. Дальше шуруповертом наворачиваем пружину. Снимаем проволоку. И накручиваем саму пружину. Для этого набиваем колечко. Лишнее обрезаем. Подправляем саму петельку. И приблизительно ставим ее по центру пружины. Ну, теперь какая нам нужна длина? Ну, где-то приблизительно вот так. С другой стороны тоже делаем. Делаем колечко. Проволока 1 миллиметр. Жесткая, довольно тяжело с ней работать. Но зато получается очень жесткая пружинка, такая как нам нужна. Подравниваем немножко. Теперь делаем сердцевинку. Сердцевинка делается из палочек ушных для прочистки ушей. Вставляем палочку, берем зажигалку и запаиваем конец. И с другой стороны так же самое. Вот такая получается пружинка. Довольно жесткая. Нормальная пружинка. Вот и все, что я вам хотел рассказать.